Помни о своей цели, Кратос. Тьма накрывает нас. Смерть Зевса — последняя надежда. Слушай меня, Афина. Зевс будет убит. Тебе? Да, дитя, скорее. Я так страдаю. Я пыталась вернуться в битву, но... И не подумаю. Ты знаешь, у меня не было выбора. Ты должен помочь мне. Ничего не значу для тебя! Ты нужна пока полезна, Гея. Вот и все. Я должна сразиться с Зевсом. Титаны должны разрушить Олимп. Нет! Это моя война, не твоя!
Сдавайся, призрак с вашей! Thank you.
Кратос, я не забыл, что я у тебя в долгу. Спаси меня, как спас от Атланта. И тогда я отплачу тебе сполна. Если хочешь наградить меня, скажи, где искать пламя Олимпа. Пламя? Тебе не одолеть Зевса, спартанец. Ты только погибнешь зря. Волнуешься за мою жизнь, Гелиос? Подумай лучше о своей. Береги силы солнца! Стой, стой! Я скажу, чтобы одолеть Зевса, ты должен войти в пламя и впитать его силу. Ты лжешь, Гелиос! Гефест сказал, что пламя убьет любого, кто его коснется. И ты поверил? Этот несчастный давно утратил милость Олимпа. Именно поэтому я ему верю. Моя смерть не приведет тебя к Зевсу. Тут ты очень ошибаешься.